București. Începem conferința de presă cu ocazia meciului Moldova-Austria. Sunt prezenți antrenorul principal Igor Dobrovolski, jucătorul echipei naționale Artur Ioniță. Și vă vom ruga să începem cu întrebările dumneavoastră. Vă rog întrebări, пожалуйста, вопросы. Înainte de a adresa întrebări, nu uitați să luați microfonul. Да, Раду, повтим. Игорь Иванович, Артур, Австрии тоже уже терять нечего, вам тоже. Какой матч ожидать драфта? Завтра открытого, такого, с много голами. Мы давно не забивали уже в последних трех матчах, если не ошибаюсь. Стараться же. В принципе, это же мы стараемся делать в каждом матче. Пытаемся. Это получается, где-то нет. По крайней мере, в любом случае. Команда делает все. Ребята выкладываются, играют. Eu la sigur cred că vom da totul pentru a bucura toți suporterii și cred că ar fi foarte frumos să terminăm cu o victorie pe teren propriu și să bucurăm cu toții, pentru că recunoaștem că a fost foarte greu absolut toate meciurile și sunt sigur că toți jucătorii sunt pregătiți pentru mâine, pentru a lupta și a învinge. Austria va veni fără trei jucători importanți. Știți, cred că despre asta va fi nu că mai ușor. Va motiva asta să... Artur. Da, știu că vor lipsi jucători importanți, dar sunt sigur că jucătorii convocați, care sunt în vârstă de 18 ani, 19 ani, vor fi cu mult mai motivați decât chiar unii, pentru că la sigur vor avea nevoie să demonstreze antrenorului că merită să fie convocați. Și sunt sigur că vor fi și mai motivați ca ceilalți. Întrebări? Pentru ambii. Campania preliminară este aproape de final. Cum ați analiza evoluția Moldovei înainte de meciul de mâine? Знаете, я здесь уже второй раз, и, честно говоря, получил больше удовольствия от работы сейчас, чем когда были на 37-м месте в мире. Единственное, что сейчас плохо, это результат. А то, что как команда играет, как она стремится играть, во что она уже сегодня играет, мне нравится. Este adevărat că rezultatele lipsesc. Au fost și meciuri foarte slabe din partea noastră, dar meciurile cu Țara Galilor și chiar și cu Irlanda am demonstrat că totuși putem lăsa cuvântul nostru în teren și cred că e nevoie de timp. Dar eu cred că, cum am mai spus, am demonstrat-o că noi putem, avem caracter și fiecare jucător în parte demonstrează în teren. Da, Radu. Igor Иванович, такой нетрудный вопрос. Готовы или хотите продолжить, потому что конец отборочного цикла, хотите продолжить быть тренером сборной, остаться у руля сборной? Знаете, кому что? Многим же здесь... Все равно, например, что я буду говорить, что ребята будут говорить. Чем хуже, они же будут писать все, что хотят, будут рассказывать, всем недовольны всегда. Правильно? Какая разница? Если им нужен другой, пожалуйста, пусть приходит. По крайней мере, я за свою работу, я доволен, мне не стыдно. Команда демонстрирует хороший организованный футбол, пытается, по крайней мере, да, чуть результаты, где-то не повезло, где-то индивидуальные ошибки, где-то там переиграли нас, но мы делали все возможное. То есть мне, например, не стыдно, команда играет, пытается играть в атакующий футбол, он хорош, самодача полнейшая, ребята все хорошие, дисциплина в
команде есть. Они ни одного повода не дают даже, чтобы поднимать голос на них. Я доволен. А там как будет? Вы можете ответить, да или нет? Может, как будет? Что хочет страна, то и будет. Хотят, чтобы уйти, я уйду, нет вопросов. Это станция, я останусь. У нас жизнь такая. Я не переживаю. Сейчас самое важное, это в первую очередь, это вот эта игра для нас. А уйти или остаться, это, знаете, как, я об этом даже сейчас не думаю. Спасибо. Вороган Трибер, да. Микрофон, дождитесь, пожалуйста. Спасибо. Игорь Иванович, после того, как Австрия потеряла шансы на выход в финал чемпионата, Марсель Коллер стал подпускать молодых футболистов, то есть строить фактически команду ближайшего будущего на следующий отборочный цикл. Как у нас с этим? Спасибо. Ну, у нас тоже команда, в принципе, не осталась тем же составом. У нас много тоже были новых. И она потеряла шанс. Она давно потеряла, просто не приехали. Будем так говорить, что значит? Талаба просто получил травму. Его никто из команды не убирал. Это стечение обстоятельств. У меня, например, 6 человек травмированных на сегодняшний день. По сравнению, ну, будут другие играть. То есть человек не поменял состав. Человек исходил из того, что происходит на сегодняшний день в сборной. Если мы перед игрой с Ирландией потеряли Пасмака, приехал травмированный на сбор, потеряли там еще одного, там другого, мы же просто не говорим об этом. То же самое на сегодняшний день. Да, у нас мы не досчитались, помимо того, что Пасмак так и не восстановился, вот вчера уехал из расположения сборной. Там есть и другие, которые просто еще находятся, но не могут играть. Травмированы. Поэтому хочешь не хочешь, будешь менять. А то, что, например, есть сзади еще там 3-4 человека, которые достойны быть уже сегодня, например, в национальной сборной, но мы посчитали, что еще молодежка там, например, у них есть какие-то варианты, шансы, пусть поиграют за них. Вот и все. Антребер, вопросы? Да, Домио. Вопрос Игорю Ивановичу. Игорь Иванович, вы сказали о том, что, так я понял, во всяком случае, что этой игрой, игрой этой команды вы довольны как бы больше, чем игрой той команды, которой вы руководили прежде, первый раз, когда вы пришли во главе команды. Тем не менее, если по результатам судить, то тогда вы пришли, кстати, по ходу отборочного цикла, тогда уже игры шли. И произошло тогда, если не чудо, то во всяком случае взрыв такой результатов произошел тогда. И довольно неожиданных, смелых результатов. И народ, когда вы пришли сейчас во второй раз, ожидал как будто, наверное, тоже чудо, чтобы совершилось. Но это футбол, это жизнь, и, конечно, каждый день это не может происходить. Вот, и как бы немножко, наверное, мнение о добровольском тренере, наверное, чуть-чуть изменилось. Вот, ваш престиж как будто вот в этом плане по результатам, если сравнивать те результаты и эти. Ну, это футбол, игра на игра не приходится, и турнир на турнир, конечно, не приходится, но тем не менее. Это не от этого зависит. Во-первых, на этот раз был небольшой выбор футболистов. Это раз. Раньше я мог, по крайней мере, у меня было по 2 человека на место. У меня всегда был выбор. Сегодня большого выбора нет. И спасибо этим ребятам, что они сделали все возможное вот в этом отборочном цикле. Другой момент, как ты команду берешь. Иногда берешь, когда команда плюс-минус есть. Раньше были какие футболисты? Там Ивановы, Ковальчуки. То есть люди, которые уже были с опытом и играли. И сегодняшний день.
Раньше в любом случае был стиль один, было немножко легче сразу перестроить. Сегодня, когда приняли команду, команда была у нас в штрафной, вся. Все практически 10 человек мы оборонялись. Нужно было их перестраивать, переделать. То есть здесь немножко была другая работа. А то, что говорите, престиж, ну какой престиж? Поверьте мне, стал намного опытнее и намного лучше. Мне престиж, поверьте, не играет никакой роли. Наоборот, это был вызов для меня, и я его принял. И я рад больше сегодня, еще раз говорю, еще намного мне приятнее то, что сегодня сделал, чем в прошлый раз. И мне не стыдно. А престиж мой, как игрока и как тренера, у меня никогда никто не отнимет. И даже не имеют права. Никто. Если хотят что-то сделать, то пусть вначале добьются, мне покажут что-то, что он сделал. А потом пусть мне что-то говорит. Вот когда что-то он сделает, вот пусть тогда мне скажет. А тявкать, знаете, вон собаки тявкают, лают, вон дворняги. Для меня это не играет никакой роли. Спасибо. Урматори Андрибари, микрофон в руку. Да, пожалуйста. Скажите, почему наши сборные значительно интереснее играют все-таки дома? Позиционная атака не самое сильное качество молдавских футболистов. Мы раньше часто играли на скоростных контратаках, особенно на выезде, и получалось что-то. Сейчас домашние матчи, даже несмотря на отрицательный результат, по содержанию хороши. А вот на выезде у нас, к сожалению, неудачно все получается. Почему такие перепады? Спасибо. Почему перепады? Мы в любом случае пытались не делать отличия между игрой дома и на выезде. Взять ирландцев, если вы говорите, что мы не пытались, то у нас выше и контроль мяча, и притом на чужой половине поля. У нас, да, у нас выше и в общем. То есть мы и ударов больше створ нанесли, и пытались играть, и было. Поэтому, что значит, как получается, вы тоже не забывайте. Мы попали в группу, где у нас 4 команды входят в топ-30, наверное, или там 20 мира. И молодцы, ребята не стушевались, они играли, они проявляли. Им надо говорить еще большое спасибо. То, что они сделали. У нас не было проходных матчей. То есть какие там были команды, которые можно спокойненько там, этих обыграем. Нет. У нас реально была очень сильная группа. И ребята очень достойно провели отборочный цикл. Да, вот именно вот голы, эти результаты немножко меня нет. Единственный матч, который я считаю провальный в этой кампании, это 3-0 в Сербии. Реально провальный. Все остальные матчи это были достойные матчи. Просто им больше везло, удачи не было. У нас вот, пожалуйста, и были хорошие моменты, там выручил, там с девятки вот так, там это, что? Ну, бывает. Ничего страшного, придет время, будет продолжать в таком духе, буду я, не буду, будет другой. Но главное, чтобы он это продолжал, чтобы это было. И в любом случае потом удача повернется. И поменяются и результаты, независимо в какой группе будет, сильной, слабой. Потому что они уже почувствовали, что они могут и с этим играть. Пожалуйста, матч в Ирландии показал, что мы даже доминировали в этом матче. И это статистика, ее не обманешь. Да, Михаил. Вопрос обоим игроку и главному тренеру. Какой матч вам наибольше всего запомнился? То есть, если вы сказали, что матч в Сербии был более-менее провальным, то есть самым таким ужасным, на ваш взгляд, то есть какой матч для вас был более успешным и какой вам матч больше всего запомнился именно с позитивной стороны? Просто боим. Nu știu, cred că au fost meciuri mai multe care au rămas. Am lăsat ceva pe teren, dar cel mai mult eu, din păcate, am avut ceva meciuri scăpate cu Naționalul la început, dar cred că meciul cu Țara Galilor am demonstrat că putem fi o echipă bine pusă în teren.
Și în același timp să demonstrăm un fotbal cât mai ofensiv. Dar iarăși ca întotdeauna lipsesc golurile și ocaziile care le-am avut le-am ratat. Și la sfârșit am fost pedepsiți. Dar au fost multe meciuri de unde putem lua lucruri bune. Și eu cred că lucrurile astea trebuie să le avem în cap și să le punem cât mai des în teren. Ну, в принципе, для меня матчи с той же, оба матча с Ирландией, дома матч с Сербией, Уэльсом, то есть были прекрасные 4 матча. Я эти Грузии не беру ничьи, я вот эти уже с такими грандами, вот эти 4 матча были практически неплохие. В Австрии мы тоже пропустили 2 мяча в конце на 80-х. По организации, по игре. То есть пытались сделать все возможное. Поэтому говорю, мало матчей, которые... Спасибо. Да, пожалуйста, вопрос. Вы сегодня уже частично затрагивали вопрос менталитета молдавских футболистов. Совсем недавно они говорили, а что вы хотите, у них ребята в мадридском Реале играют. Скажите, какие вы положительные сдвиги по итогам отборочного цикла видите в том, что молдавские футболисты становятся более уверенными в себе и все-таки прежде всего сломают психологический барьер, после чего пойдут и, в общем, более удачные результаты? Спасибо. Ну, а сами вы не видите изменений? То есть, по-моему, ребята выходят без всякой боязни уже. Я думаю, что есть у них уже уверенность. Да, они с уважением относятся к сопернику, к любому, но уверенность, я думаю, что в команде присутствует. У каждого из них. Такой боязни, такой опаски, там, я думаю, что нет. Спасибо. Есть еще вопросы? Требер? Да, Конусен.